цветы мои наконец свет увидят. Спустя почти 3 недели с окон квартиры Светланы Александровны наконец сняли щиты. Фасад ее дома на Матросова попал под капремонт. Вот так выглядит дом снаружи, опутанный строительными лесами с наглухо закрывающими окна полотнами. За время ремонта хозяйка перезнакомилась со всеми рабочими. С августа на доме сменилось несколько бригад. И уже напрямую уточняет, как ее балкон будет выглядеть после ремонта. Все сделают, все так, что да, замечательно. Все будет сделано. А получается, полностью все закрасится, потому что у вас балкон. Светильники в квартире горят практически весь световой день. Женщина говорит, уже изрядно потратилась на сгоревшие лампочки. И это еще не было счета за электричество. Но все равно к рабочим, как это сейчас модно говорить, остается толерантной. Я только одно говорю, давайте терпеть, ребята. Ремонт есть ремонт. Как он без шума? Они вот, видите, достали какой-то агрегат, который вот так вот долбит, чего-то там делает. Ну а как без этого? Менее терпимы к капремонту в поселке Тинской Нижнеингашского района. Плесенью здесь потолки цветут с конца лета, как с дома сняли крышу для замены. Рабочие не появляются почти месяц, ремонт остановлен, а квартиры промерзают. На чердаке утеплитель просто бросили, не накрыли досками. Звонил в капремонт Красноярске, саму фирму региональную. Мне ответили, что они на подрядчика воздействия не имеют никакого, только могут выписать ему предписания и штрафы. Но я понимаю, что он не боится этого. 10 крупных городов края в этом году получили статус техзаказчика. Это значит, что местные специалисты сами готовили конкурсную документацию, выбирали подрядчика и теперь принимают работу. Бородино, Канске, Боготоле и Назарове с этими полномочиями не справились, якобы из-за дефицита квалифицированных специалистов. Но даже там процесс капремонта идет гораздо лучше, чем в Красноярске. Но именно в столице региона, где богатый кадровый резерв и большое разнообразие всевозможных строительных фирм, хуже всего справляются с капитальным ремонтом. В этом году отремонтировать должны были больше 300 домов, но сдать сумели только 1%. Но так считают общественники. В фонде же настаивают успешно отремонтированных аж 25%. Но это если считать и объекты, тянувшиеся с 2016 и 2017 годов. При этом не отрицают, процесс идет со скрипом. В Красноярске ремонтируют крыши и фасады 4 крупных подрядчика. Не справляются все, но в фонде пока готовы расторгнуть договор лишь с одной подрядной фирмой. Активисты же считают, поблажек делать нельзя никому. Мы понимаем, что проштрафились 4 организации, со всеми 4 надо расторгать договоры. Во-вторых, все 4 организации необходимо исключать из реестра добросовестных поставщиков и все 4 организации привлекать к ответственности в виде неустойки в размере 10%, которые у них в договоре прописаны. Лишь недавно общественники узнали, что дома в Красноярске начали капиталить без согласования проекта. И внятного ответа, кто и как вообще допустил строителей к работе, от фонда так и не получили. Разобраться в законности этого момента активисты надеются с помощью прокуратуры. Анастасия Тиль и Алексей Гусев, Енисей, новости.